Вот в этой лощине неделю лежали лошади. Отсюда, наверное, видно, все перерыли вон. Неделю лежали и свалили. О, сайда жылқымыз бұрапта жатқан осы жерде. Анау же бәрі қасып тұрған. Бәрін жеп бітіріп кетті ғой. Осы жерден. Это табор Сайбар. Урман. Майда урман гой. Оно же джухратор. Походу бы не жақты, осы жақта біз жылқымыз жоқ. Вот такая еще лощина здесь. С мини-лесками. Там вон лежат лошади. Внизу вон лежат лошади. Вон точки. Лошади лежат. Но походу тут наших нету. Как-то так. Тайгок сидит, пасет. Может, что выбежит. Прэй-пр. На сайгат спетк. Подожди. Мини-орман гой. Эй. Она уже джукажет. Сомбак караймас. Бездык ма, бездык не спадет. Спустились в лощину, это мини-лесок. Тут все лошади разрыли уже. Вон там вон особки лошади ходят. Сейчас подъедем, посмотрим, наши, не наши. Если не наши, то значит тут наших нету. Как говорится, тут рыбы нет. Кто говорит? Директор стадиона Дегенди. Летом тут не проедешь. Страшная трава здесь. Высокая, густая. Тут трава четкая. Летом. Держись. Красота. Аурай даже все. Да, она жилы вот тут. Прям что просто дал, да. Это не наши. Нам нужен малмис. Алдынгы следы қой. Байталдар жүр. Это молодые кобылки. Пацанов с нашего поселка. Вот не приедешь, не узнаешь. А приедешь, дофига проедешь. Эй, держись.
чисто байталочки, молодые кобылки, примерно 2,5 года. Трогать не будем, чтобы не ушли никуда. Там тоже не наш. Там тоже не наш. Черно-белая. Корала. У нее такой жеребец ходил. Черно-белый. Алашка. Ладно. Короче. Как говорится, зря приехали.